Всем привет! Меня зовут Константин Овчинников. Я преподаватель в школе Drum Stars. Сегодня рассмотрим элементарные брейки 16-ми нотами с акцентами на разные доли. Тема простая, но очень полезная. Часто интересует самых начинающих, при этом широко используется во всех направлениях и является базовой. Берем 4 шестнадцатых и играем акцент на каждую из них по 2 такта. Помимо точности, стоит обратить внимание на динамику. И не забывайте о том, что нужно играть это упражнение в комбинации с рисунком. В триолях аналогичная ситуация. Две эти основы легко совместить, играя последовательность акцентов триолей в шестнадцатых. Получаем несложные, но эффективные фразы. Ни для кого не секрет, что если хочешь играть быстро, заниматься нужно медленно. На сегодня все. Пока.